в Одессе за очень короткий промежуток времени, период весна и начало лета, произошло ряд чрезвычайных происшествий. Это обрушение зданий и пожар. Мы занимались переселением людей, отселением людей все это время. По адресу Среднефонтанская, 29, у нас произошло обрушение части элемента здания противоворотнего флигеля, где проживало две семьи, квартира 18 и квартира 11. Квартира 18 зарегистрирована 15 человек, по факту проживало трое. Было предложено отселиться в общежитие АГЭТ. На сегодняшний день, по нашей информации, они там и находятся, но посещают свою квартиру. Квартира 11, которая находилась на первом этаже, отказалась от отселения и осталась в этом же дворе у родственников. На сегодняшний день ситуация остается под контролем. Мы заканчиваем ряд мероприятий, которые были на других адресах. Первоочередными адресами, которыми мы начали заниматься, были улица Бунина, Польский, 9, Ясная. Количество людей, которые нуждались в отселении, семей там было больше гораздо. Что касается улицы Среднефонтанской, она следующая. Для решения вопроса в положительную сторону мы занимаемся данным вопросом, и он остается на постоянном контроле.